Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем на Родин РП Центральный Округ. У меня здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить маник по регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня у нас новая серия. Я, дурачок, не заходил пару дней на Родину. И у меня слетело 2 дома, пацаны. Просто слетело 2 дома, и я потерял очень много денег. Но суть видео не в этом. Видео состоит в том, что мы сегодня будем дарить машину, которую купил пару дней назад для Рыжика. Я записывал уже ранее это видео, но, к сожалению, я случайно удалил материал, который я записывал, как я покупал машину и как я искал людей. Но, думаю, в этом ничего плохого нету, поэтому сейчас мы просто как-то доберемся до машины и найдем Рыжика, которому мы сможем ее подарить. Ставьте лайки, пацаны, и также не забывайте подписываться на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я уже подъезжаю к своей машине, которую я купил именно для Рыжика, получается. Я ее купил за 1 100 000, то есть машина довольно-таки и не классная, и неплохая, но сейчас я вам ее покажу. Еще Родина немножко сломалась, потому что, как видите, какого-то хрена появился общий чат, который видят все. Я думаю, вы это прекрасно видите, и, короче, происходит полная жопа. Надеюсь, это нам не помешает записать видосик, в принципе. Итак, вот эта машинка, пацаны. Это, получается, Лада Веста. И для Рыжика это будет очень хороший вариант. Поэтому сейчас поедем, найдем Рыжика именно с голосовым чатом и подарим ему эту машину. Почему с голосовым чатом? Потому что я хочу лично услышать его реакцию на этот подарок. Тачка очень реально быстрая, еще не тросик здесь стоит, вот. Реально, ну тачка валит просто. Кстати, онлайн на серваке 700 человек, это просто пиздец. X3 Payday еще сделали. 700 человек онлайн на Родине сейчас, на первом серваке. И в чате происходит полный пиздец просто. Эти люди просто не могут зайти, они жестко флудят, как я понял. Чекайте, пацаны, чисто Рыжий клад нашел, ебать, он в ступоре просто, не знает, что с ним делать. Шо, братан, клад нашел, ебать? Думать, ебать, я теперь богатый просто. Шкатулочку такую нашел большую и пиздец, все. Крыша поплыла нахуй, вообще не знаю, что делать. Бля, пацаны, что-то все идет по пизде тупо, я не знаю, что делать. У меня еще тачка застряла нахуй в столбе. Хотя она была, блядь, наверху. Какого, блядь, хуя, я не понимаю. Что это за дичь просто? Я, блядь, уже час не могу найти кого-то, кому я могу подарить машину. То сервак вырубался, не работал. То еще что-то, блядь. Сука, вылазь нахуй отсюда, ты, блядь, Гриша нахуй. Хули туда залезла, блядь. Пиздец, нахуй. Машина стояла, чтобы вы понимали, наверху. Но какого-то хуя побежал за ремкой, блядь. И она стоит, сука. Короче, пацаны, я приехал в стоп, потому что тачки пизда ей просто. И просто пизда. Ее обратно нужно чинить. Я не понимаю, что сегодня за день просто. Вот чувачок, у него есть голосовой чат. Я вот думаю, если у него тачки нет, то можно, в принципе, ему подарить. У него 3-й уровень, я так понял. Короче, я вот думаю, может ему тачку подарить. У него 3-й уровень как раз. Я думаю, ему она реально понадобится, эта тачка. То есть, понимаете, он сейчас ее чинит, и потом я ему ее подарю. Это же охуенно, пацаны. Я надеюсь, то, что у него машины нету. Я буду в ахуе просто, если вот тот Lexus, который стоит, это его машина. И я просто охуею, реально. Короче, сейчас ему тачку подарим. Ебать, он, наверное, будет в ахуе просто. У него 3-й уровень, я думаю, ему можно ее подарить. Потому что он все-таки не хуи пинает, а в СТОшке работает механиком. Я считаю, это очень даже неплохо. То есть, ладно, если кто-то там хуи пинал, типа, ему дарить машину не особо хотелось бы. А он реально работает, типа, зарабатывает деньги. И поэтому, я считаю, ему можно подарить машину. Так, все, сейчас будем ему тачку дарить. 335-й. Да я тебе бесплатно ее дам, понимаешь? Ну, я не прошу тебя денег вообще. Так, 335, 10 тысяч. Все, кидаем, короче, ему эту машину. За 10 тысяч я ему эти 10 тысяч передал. Ну все, поздравляю, катайся на здоровье. Тачка реально годная, едет быстро, поэтому думаю, тебе будет нормально. Но он спасибо сказал, пацан. Возможно, вам не слышно было, но он сказал большое спасибо. Ебать, ему просто фартануло, понимаете? Ну, мне вот интересно, долго она у него будет или нет? Или он ее завтра продаст? Или даже сегодня? Ну, тачка реально очень быстро, едет 206. 206, пацаны, это довольно-таки много на самом-то деле. И на ней погонять можно нормально. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.